У тебя все нормально? Дойдешь? Сигарету, да. Я не курю. Нормально все у тебя? Ты что-то вообще это, смотри, осторожнее. А? Осторожнее, смотри. Я домой хочу доехать. Я просто переживаю, что домой мне не примут. Где живешь-то? А? Где живешь? Металлургов. Ну туда вон ты на остановку. Ну... Тебе нормально, дойдешь, все? Да, что-то тебе плохо. Откуда? От товарища ты идешь, что ли? А? От товарища идешь, что ли? Я два года. Два дня бухал. Ну, блин, видно, что-то я смотрю, ты смотри осторожнее. Два дня бухал. А сейчас начальник позвонил своего, говорит, приезжай, Серега, давай домой. Все нормально. Я уж хочу домой добраться. А мне надо, знаешь что? Мне надо сейчас доехать. Взять балалайку, купить. У меня деньги есть. Взять балалайку. Фуфурик, в смысле? А? Фуфурик, что ли, в смысле? Да балалайку, бля, ёпта, блядь. Играешь, что ли, на гитаре? Играешь на балалайке, что ли? Или что? Че ты смеешься? Нет, нет, я нормально. У меня дед играл на балалайке. Это балалайку купить, это, блядь, телефон. А, телефон, балалайка. В чем, блядь? Ну, ясно. Че я буду, блядь? Вот сейчас, вот 30 рублей, это мне на проезд, да? 20. Тебя. Блядь. Улетел, что ли? Сейчас я, блядь, буду искать. Ну ладно, давай, смотри, доедь нормально. Да,